слышите? Это голоса шакалов. Вот так себя вели азербайджанские СМИ во время событий в Караганде. И это если учитывать, что в массовой драке принимали участие представители 11 национальностей. Но для Азербайджана достаточно услышать армянские фамилии, чтобы начинать шабаш шакалов. Шакалов, гиен и всех псовых и псовоподобных. Знаете, я даже выявил изюминку из азербайджанских пабликов. Теперь те, кто не знал, будет знать из собственного опыта. А азербайджанская агитмашина настолько труслива и коварна, что готова станцевать и на чужих похоронах. Лишь бы в очередной раз стравить кого-либо против армян. Зачем это? Да все за тем, что сами не в состоянии решить свои карабахские проблемы. Нужна подмога, а для этого любые цели хороши. Убедитесь сами, почти 80% всей антиармянской истерии выкинули на просторы интернета азербайджанцы. Куда ни ткнись, .az. Только овцеподобные блогеры и журналисты не подумали, что расшатать обстановку в Казахстане это не значит стравить казахов против армян, а наоборот, стравить многонациональный Казахстан друг на друга. И от этого пострадают не только армяне, но и казахи. Казахи, русские, немцы, корейцы, уйгуры, все народы Казахстана, в том числе и азербайджанцы. Потому что межнационалка приходит не одна. Но овцеподобные в своем репертуаре. Им главное угодить себе, утолить свою жажду. Им глубоко наплевать и на Казахстан, и на всех остальных. Причем, замечу, во время массовых беспорядков в 2014 году в Москве, когда азербайджанец Орхан Зейналов зарезал русского парня, армянские СМИ и блогеры повели себя достойно и не вмешивались в конфликт, понимая, что уроды есть во всех нациях. Несомненно, это говорит об уровне IQ между одними и другими. А те, кто забыл про Орхана Зейналова, советую вбить в окошке YouTube это имя и увидите события, связанные с Орханом Зейналовым в Бирюлево и его поимки. Помнится, послу Бюльбюлю пришлось бегать по всем российским каналом, чтобы хоть как-то обелить антиазербайджанскую ситуацию в Москве. Напомню, никакой черноты с армянской стороны не последовало, ибо армяне, как и все думающие люди, понимают, что ксенофобия никогда не коснется только одной отдельно взятой национальности. Ксенофобия гребет всех, кто в меньшинстве. Теперь об армянах в Казахстане. Было также много информационного сброса, опять же, со стороны Баку, о коварных армянах, дашнаках и прочих. Парадокс. Говорить о союзе дашнаков с большевиками все равно, что застать в одной постели Клару Цеткин и Бисмарка. Также была грязь в отношении экс-первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Левона Исаевича Мирзояна. Первым секретарем в Казахстане он пробыл всего год. Но всех собак по репрессиям спустили азербайджанские СМИ именно на него. Неужели вы и вправду думаете, что без указки Сталина и Берии в 30-е годы можно было кого-то репрессировать? Может тогда всех собак и на грузин спустить? Не правда ли глупо? Более того, подобные репрессии были по всему Советскому Союзу. И в Армении, и Грузии, и в России. Везде. Страна была такая. Что касается самого Мирзояна, то если кто-то не помнит, то я готов напомнить. Мирзоян сменил на посту Филиппа Исаевича Голощекина, одного из организаторов голода 1932-1933 годов в Казахстане, и при котором умерло
внимание, до 2 миллионов человек. В то время погибло или покинуло Казахскую АССР 48% коренного населения. При Мирзояне в Казахстане удалось собрать неплохой урожай. За 3 года колхозникам было роздано 1 миллион 117 тысяч голов скота. Было начато строительство Ульбинской ГЭС, продолжалось строительство Ридерского комбината и Чимкентского свинцового завода. Разработка Карагандинского угольного бассейна. В Казахстане сформировались промышленные районы, были расширены геолого-разведочные работы в Имбинском районе и введены в строй новые нефтепромыслы. Завершилось строительство нефтепровода Гурьев-Орск протяженностью около 800 километров. Доля местного населения в промышленности в середине 30-х годов составила 46,5%. Также при Мирзояне был подготовлен и проведен первый съезд писателей Казахстана, создан Казахский музыкальный театр, Казахская филармония, Казахстанская база Академии наук, был реабилитирован казахский поэт Абай Кунанбаев. А в 1937 была принята и разработана под руководством Мирзояна Конституция Казахстана. Это была первая в истории казахского народа Конституция. Заметьте, никто из антиармянских пропагандистов не упомянул всего этого. Между тем, я все показал из независимых источников Шепеля и казахских ученых Тамимова и Бегельды Габдуллина, которые вы сами можете прочесть, ибо документы имеются. К тому же Мирзоян предупредил известного казахского писателя Мухтара Ауезова об аресте и настоял, чтобы тот уехал из Казахстана, что и написано в книге академика Григория Померанца. И Мирзоян спас от сталинских репрессий не только Ауезова, но и других десятков представителей казахской интеллигенции. Спас, но сам угодил в нее. Левона Мирзояна расстреляли 26 февраля 1939 года по приговору военной коллегии Верховного суда СССР вместе с другими сталинскими узниками. И после всего этого перечисленного вы будете верить нечистоплотной пропаганде? Казахи, у вас своя голова на плечах, и не стоит доверяться тем, кто в 14 веке покинули ваши степи, а в 21 веке пытаются из Закавказья породниться с вами из чужбин, оголтело рыча, что являются, как и вы, тюрками. Попробуйте найти в истории Казахстана хоть один положительный момент, который бы оставили соотечественники этих самых азербайджанских пропагандистов. Ничего. Хочу рассказать еще одну историю. Желающие могут проверить. В 90-х годах, когда я оказался впервые в Казахстане, в одном из далеких аулов Кустанайской области я познакомился со старушкой. Это было в ауле Кенарал. Учитывая, что она внешне отличалась от большинства местных жителей, старушка привлекла мое внимание. Звали ее Александра Григорьевна Новикова. Хотя внешне была она больше похожа на еврейку, чем на русскую. Как-то я решился и спросил у нее, кто она по национальности. А в ответ услышал: армянка я, сынок, по мужу Новикова. И настоящее имя мое Шушана Киворговна. И рассказала. Родилась она где-то в восточной части Турции. И все, что знала о себе, так это то, что ее малютку нашли среди трупов во время геноцида армян. На ней был фамильный медальон, где по-армянски была надпись «Шушан, дочки ворка Изабел Галустян». И фамильный герб, что говорило о ее благородном происхождении. Нашел девочку русский солдат, когда российская армия вошла в Турцию. Оттуда ее переправили в Краснодар, в детский дом.
Там она и выросла. Потом учеба в институте педагогическом. В начале 30-х годов, после окончания института, по распределению ее отправили в Казахстан, в этот самый аул, обучать местных детишек грамоте. Но случилось так, что она была единственной учительницей в ауле. И поэтому учила детей не только писанию, но и арифметике, и даже французскому языку. Там же она вышла замуж за русского, стала Новиковой. А местные стали называть ее Александрой Григорьевной из-за сложности произношения ее родного имени. Почти 70 лет прожила Александра Григорьевна в одном и том же ауле. И 60 лет из них отдавала свои знания местным жителям. Старушки уже нет в живых. Но в том же ауле проживают ее сын, две дочери, внуки и правнуки. Такая вот история. В заключение я еще раз, как и в прошлом своем выпуске, хочу выразить слова соболезнования семье погибшего парня. Уверен, что виновные, независимо от национальности, понесут наказание. А национальностей там было несколько. И еще прошу извинить меня за то, что в эти дни мне приходится напоминать Казахстану все доброе, что связано с армянами в этой стране. Я это сделал потому, что вы получаете искаженную информацию из domena.az, который затем распространяется и по другим казахстанским ресурсам, не проверяя. Также хочу предупредить, что несколько сайтов, разработанных в Азербайджане, выдаются за армянские. И они же тоже распространяются с гадостями о казахах. Один из таких сайтов – Armenian Report. Будьте осторожны, не поддавайтесь на провокации. Карабах – не ваша война, не ваша тема. Это относится только к армянам и азербайджанцам. И мы, армяне, как разбирались сами с ними, так и будем дальше разбираться, без привлечения внимания извне. Это им в Баку нужно привлекать внимание других к своей проблеме. Но нам, армянам, этого не нужно, поверьте. У нас своя голова на плечах, свои мозги, руки и свое отстаивание Арцаха, Карабаха. Пусть шакалы скулят, пока идет армянский караван.